Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. Известный актер Олег Басилашвили в последние годы не посещает светских мероприятий и не делится подробностями своей жизни. Впервые за несколько месяцев он пообщался с журналистами и рассказал, что сейчас находится в страшной скорби. Умер его близкий друг, коллега и, как сам актер его назвал, настоящий брат Александр Ширвиндт. Басилашвили не только перестал бывать на светских мероприятиях, но и крайне редко дает интервью. На этот раз он сделал исключение, ведь повод довольно важный и крайне прискорбный. Еще 15 марта не стало Александра Ширвиндта. Скончавшийся из-за проблем с сердцем, артист был не только коллегой, но и добрым товарищем для Басилашвили. Цитата. «Должен вам сказать, что каждая встреча с Шуриком для меня была праздником, потому что его глаза, талант, улыбка, его суждения всегда были добры, интересны и честны. Царствие ему небесное, я Шуру никогда не забуду. Дай Бог ему всего самого-самого доброго на том свете. Господь, введи его в Царствие небесное и прости, если что-то не так», – сказал Олег Валерьянович. Напомним, Басилашвили и Ширвиндт учились в одно время в институте. Олег Валерьянович в школе-студии МХАТ, а Ширвиндт в Щукинском училище. По жизни эти два актера шли как-то параллельно, не раз и не два, играя одни и те же роли, но просто на разных сценах. Они были очень близки и в обычной жизни.